За минувшие сутки в Хакасии произошло сразу три суицида, причем все самоубийцы, жители разных районов республики, покончили с собой через повешение. Ночью в усть-абаканскую полицию обратилась жительница села Калинина. Она обнаружила тело молодого мужа, а рядом записку, что он больше не может так жить. Вероятно, причиной суицида стали финансовые трудности в семье. Уже утром в селе Целинное в Шаринском районе в частном доме найдено тело еще одного мужчины 27 лет. По предварительным данным, мужчина злоупотреблял спиртным и неоднократно высказывал намерение покончить жизнь самоубийством. А в Сорске в своей квартире повесилась женщина. Мотивы суицида пока не ясны. У женщины в скором времени должна была быть свадьба.